В Люберцах прошли соревнования по художественной гимнастике «Осенний триумф». Это ежегодный турнир, который проводят в начале нового спортивного сезона, чтобы выявить перспективных гимнасток. Мои коллеги следили за выступлениями и награждением участниц. Уже в 11-й раз люберцы становятся площадкой проведения одного из крупнейших региональных турниров по художественной гимнастике. На этот раз «Осенний триумф» собрал около 450 спортсменок из 20 округов Московской области. Самым младшим участницам соревнований 5 лет, самым старшим – 17. В целом, во всей гимнастике практически готовы к началу сезона, потому что сезон только начинается. Все уже ворвались уверенно в сезон. Да, командные упражнения прошли 24 числа. А теперь остались только гимнастки в индивидуальной программе. Сильнейших спортсменок судьи турнира отметили медалями и памятными подарками. Вместе с гимнастками, занявшими призовые места, чествовали их тренеров. Дарья Полякова из Люберец – победительница среди девочек 2016 года рождения. Под руководством своего наставника Анны Смирновой занимается этим видом спорта с 4 лет. Я очень давно хотела заниматься с ленточкой, потому что это очень красиво. Я всегда буду тренироваться очень хорошо. Ждали, работали, очень много сил на это тратили, времени. Очень рада, что все наши труды были не напрасны, и мы заняли первое место. Городской округ Люберцы на этих соревнованиях представили 45 гимнасток. Многие из них заняли призовые места на пьедестале почета. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.